When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. It's been... Катя мне просто заранее все прописала. Мы сначала создавали карту, вектор стиля, карту стиля. Мы проговаривали все запросы. Я отправляла Екатерине фотоподборки. Значит, ходить в зал. Вот, крутись. Вот. Наконец-то мы увидели все, что скрыто. Вот. Так, сейчас мы. Поясни за горох. Слушай, ну понимаешь, тогда мы выкидывали абсолютно неактуальную историю. Сегодня буду выкидывать ваши деньги. Класс. Hope you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Так. Кстати, сюда тоже, мне кажется, хорошо, как бы ты считаешь, стилист. Да, что стилист тоже сам. Стилист тоже в этом украшении. Вот, говорит, все хорошо. Почему мы померили 10 штук, а откладываем только один жакет? Что вещи пришли? Подумайте, пускать Катю или нет? Пришла-то шмотки, выкинула все. Что надо сделать в первую очередь, перед тем, как пойти шопиться? Конечно, надо найти какое-нибудь место, где пожрать. Короче, ребят, вот эта чевиха, которая все выкидывает. Да. В гардеробе должен быть жакет, а бельевое платье, потому что это более функционально, чем бельевая юбка. И, наверное, правильно подобранные джинсы. Так. Оно, говорю, надо было есть. Оно в ребрах не проходит. Угу. Ребра наело. Наело. Гирос-то спороть. Ты что думаешь, тарелку огромную за 456 рублей? Кать, да. Че, вообще плохие джинсы? Мы с тобой потом поговорим. Че надо для высоких? Лайм, алденит, вот манго, в принципе, тоже прослеживается. Даже смотрите, мерили. А для средних? Так, для средних, тут тоже нужно смотреть в зависимости от модели, и это же можно. И... Короткие пусть голыми ходят. Блин, ребят, розыск такой не берите. Стилисты, ну, по крайней мере, Екатерина, носит от нашего бренда подвесочку от Холова Сми. А это непростая, кстати, подвесочка. И не возьмем, как в том магазине. Поверь, его не возьмем. Ну все, меня, походу, ждет что-то очень долгое. Все началось. Прошло уже 4 часа 41 минута. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих. Губительная слабость на двоих, губительная радость. Мурашки, босые ноги по холодному паркету. Так, ну что, в прошлый раз мы выкидывали вещи, а в этот раз что будем делать? Покупать, собирать. Все, брать. Брать, да, все в руки. Почему Метрополис сразу в двух самых? Это один из самых классных торговых центров, в котором есть все. Все магазины сконцентрированы здесь. Еще, кстати, авиапарк хороший. И из-за того, что очень многие бренды куда-то отвалились, ушли, передумали, здесь прям оптимально. Ты пришел, они здесь все есть, и даже если что-то закрылось, сразу моментально все открывается. Здесь соберем все луки, да, для Лены, все образы? Все, ладно, заходите туда без пакетов, а выходить будем с пакетами, поехали. Так, ну что, у нас вторая часть выпуска на носу, точнее, она уже снимается. В прошлый раз Катя пришла и все выкинула. Кать, тебя мои, ну там вот знакомые, товарищи, там, когда говорят, о, блин, посмотри, выпуск, слушай, это вот эта чувиха, которая все выкидывает. Да. Ну, ты вот, ты теперь чувиха, которая все выкидывает. Так я напишу, так и это неплохой вариант, кстати. Главное, чтобы не типиха. Нет, короче, ребят, вот эта чевиха, которая все выкидывает. Да. Нет, так хорошо. Сегодня выкидывать не будет, сегодня будем собирать. План. У нас сейчас такой план выбрать платье на день рождения. Потому что это такое самое важное событие в ближайшее время. Поэтому мы отправляемся первым делом выбирать платье. А где мы будем выбирать платье на день рождения? А это я вам не скажу, у нас будет много вариантов. Поехали. Что надо сделать в первую очередь, перед тем, как пойти шопиться? Конечно, надо найти какое-нибудь место, где пожрать. Вот. И, собственно, пожрать там. Че? Поэтому вот мы сейчас в данный момент в поисках этого места.
сегодня, я буду выкидывать ваши деньги. Класс. Самое главное перед шопингом — это поесть плотненько, прям сытненько и идти, потому что чтобы все наши запасики равномерно распределились и одежда садилась идеально. Голодными ходить нельзя в магазин ни за едой, ни за вещами, получается. Вот, вот. Елена сегодня правильно делает. Прикрепилась и пошла. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's still go, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Вот, я, короче, здесь. Здесь все, здесь USB, здесь, здесь, да. Здесь все. Лена тоже здесь. Так, сейчас мы ждем Лену. Катя, это сколько мы там? Пиджачок, платьишко, еще что-то там, да? Да, четыре платья, один жакет. Четыре платья, один жакет. Это летний образ или какой-то там? Ну, на самом деле, мы сейчас собираем такую универсальную капсулу. И горох. И горох еще, да? За горох сейчас расскажешь, вот почему тогда выкинули, а этот мы взяли. Отдельно за горох. Все. Быстро, пока, короче, в гардеробный совет эксперта. Раз, два, три. Значит, в гардеробе должен быть жакет, а бельевое платье, потому что это более функционально, чем бельевая юбка. И, наверное, правильно подобранные джинсы, чтобы они прямо на высокой талии, чтобы ноги-ноги и никаких оголенных вот этих щиколоток. Угу. Все, давай. Все, ждем. Я тебе говорила смотреть варианты брюки и жилет. Которая даже подстегивается, хотя очень красиво делается. А, кстати, мы можем поменять жилет. Может быть, мы что-то просто в моменте по списку переправим, если там... Давай. Переправим, но точно нет варианта. Мне важно тоже в коросочку. Блин, ребят, розочку такой не берите. Не надо. Нет, можно взять, если бы она отстегивалась, если бы она была на какой-нибудь булавочке. Причем ни в комплекте не берите, ни отдельно. Так, а что мы вот этот сарафан? Стилисты, ну, по крайней мере, Екатерина, носит от нашего бренда подвесочку от Холовы СМИ. А это непростая, кстати, подвесочка. Она с глубоким смыслом. Мне нравится, что тигровый глаз и бусины дзи. В вашем украшении есть свое личное позиционирование, которое вшито. Это мне на день. Вот так, ребятушки. Что носят стилисты? Ну все, меня, походу, ждет что-то очень долгое. Все началось. Все началось. Они уже ищут размер. Сейчас подрезают или что-то. А как сразу образ вытягивается. Да. Рост другой. А дай на носочки чуть-чуть. Вот если кто-то такой какой-то. Опусти. Вот какой-нибудь получочек. Да. Она как будто выше стала. Мы почти у цели. Да, почти. Такая, вот как Ваня сразу. Почти. Давай дальше. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Вот, видите, в зал ход. Что значит ходить в зал? Вот, крутись. Вот. Наконец-то мы увидели все, что скрыто. Вот. Все, что дал зал. Ну, поплотнее. Все, мы взяли заметку, такой фасон. Лена одобрила, просто чтобы не настолько все было прозрачно. Ну, либо она может снять белье, но это потом уже разберетесь. Окей. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and... Поясни за горох. Слушай, ну понимаешь, тогда мы выкидывали абсолютно неактуальную историю в плане размера гороха. Это раз. Фасона, потому что там вещь была абсолютно противоположной тому платью, которое мы взяли прямо сейчас. Так что... Это другой горох. Окей. Окей. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be. Что надо для высоких? Лайм, алденит, вот манго, в принципе, тоже прослеживается. Даже смотрите, мерили. А для средних? Так, для средних, то тоже нужно смотреть в зависимости от модели, и это же можно. И короткие пусть голыми ходят. Личи, например, очень много делают короткого. Прям если рост свой прекрасный, то нет, туда. Нет, это тоже мало. Это тоже мало сейчас. Что там? Так. Оно, говорит, надо было есть. Оно в ребрах не проходит. Ребра наело. Наело. Гирос-то спороть. Ты что думаешь, тарелку?
огромную за 456 рублей. Подожди, а тут-то? Что там с ростом надо? У кого? Так, три вопроса к стилисту по поводу... Для коротышей что надо? Так. Ты-то при чем здесь? Да, для высоких. Короче, вот видите, сначала поели, потом одели, потом, не, потом Катя говорит, завязывай, ремень не застегивается, а потом она приходит, все выкидывает, а еще мне джинсы, говорит, ты за джинсы. Мы еще обсуждаем очень важный момент. Давайте вот так, что там. У которых небольшая грудь, так. Очень классная, не переживайте. Такой фасон на шее вам всегда будет прийти вот так, ага. Тоже вытягивает, угу. Наши ручки еще стройнее, красивее. Угу. И вот видите, как это прям... Горох. Это горох. Горох, это дико секси смотрится. Так что, ну, с большой грудью нет. Угу. Ну, прав. Вот. Ну, и, короче, вот. То вещи, прежде подумайте, пускать Катю или нет. Пришла, то шмотки выкинула все. Потом поешьте, а теперь, говорит, типа, этот... А потом, ну, что ты надел, блядь, за... Короче, подумайте, Катю пускать или нет. Так, ну что, это другой горох уже, совершенно другой горох. Катя говорит, это другой горох, горох это разный. Это просто X, это SS, а она вот это платье S. Во-первых, размер, во-вторых, длина все-таки по росту, но... И оно будет как то S. Оно не то, что нам нужно, если бы оно было вот тут, да, вот у нас хотя бы была бы длина. А сама вот эта история красивого, как он, господи, уже все поел, называется. Просто да, завязываем. Красивая история. Катя, вот молодец, ремня. Говорит, сначала поешь, а потом ремень не застегивается, завязывается. Хороший, молодец. Подчеркиваем талию, да, история с ремнем. Красивый вот это вот позиционирование шеи, что ты просто добавляешь какие-то аксессуары. И, собственно говоря, фасон. Кать, че, вообще плохие джинсы? Мы с тобой потом поговорим. Чем было там? Пошло, да? Блин, вот, ребят, меня Катя просто сейчас вот с ног до головы трехэтажным матом. Пока, когда Джесс придет, мне просто Катя так подходит, и такая трехэтажный просто, вот раз, и я такой, ну вот, чё? За все поговорим, понимаешь, у нас там уже есть вопросики и по нулям, и по одежде. Все. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Почему мы померили 10 штук, а откладываем только один жакет? Потому что на один и 10 из 10. Универсальный, прекрасный. Вот это мы не берем, а вот это берем. Это мы берем, пока еще не берем. Ладно. Ну, мы отложим. Вот так. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. Примеру, чтобы там понимать, как уже будет. Да, давай. Тогда вот эту юбку и возьмем лодочный с другим цветовым сочетанием. Mm-hmm. Здесь черное и белое, это слишком жестко. Это не подходит, да, вот это черное и белое? Понял. Вообще юбка вот. Катя мне просто заранее все прописывала. Мы сначала создавали карту. Вектор стиля, карту uh-huh. стиля, мы проговаривали все запросы, я uh-huh. отправляла Екатерине фотоподборки, uh-huh. и уже согласно моим предпочтениям и моим вкусовым решениям, Катя мне создавала, собственно, подборку того, что мне действительно подойдет. А потом мы идем с Катей, и она берет горох. Ну ладно, Катя за горох уже все пояснила, почему мы взяли его. Варианта. Один такой рубашечный, второй вариант. Объясню, почему я за это. Потому что он более универсальный. И потом ты можешь носить с любой юбкой, и с джинсами, и с шортами. И оно такое будет какое-то женственное, игривое. Mm-hmm. Вот это очень уже банально. Ну, только растет, да. И очень универсальный. Надо уже оттуда уходить. Лично. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
Так, вот мы пришли, короче, в другое место. Катя, она уже все во всех местах подобрала, знает, да, где что брать. Вот с этим круто, на самом деле, ходить с экспертом. А Катя у нас эксперт, которая заранее все подбирает. И мы в каждый магаз заходим, у нас уже есть подобранные образы. В манго я не знаю, почему мы все оставили. Ну ладно, мы там на самом деле много чего выбрали. И вон тут вот такие штуки, они еще выбирают. Что-то выбирают, там выбирают. Так, ну что у нас, коралловый персик? Или что это такое? Или как это? Мне просто немножко жалко. Или тебе комфортно под бедра посмотреть? Ну, кстати, нет, бедра, кстати, мне комфортно. Мне комфортно. Вот здесь вот, может быть, как это сказать? Что вот это в этом месте. Ну что? Здесь, побольше, не там, там, а там не здесь. А здесь-то не там. Поела. А там поела я, наверное, Кирсом. Что-нибудь такое, знаешь, хотелось бы в другом, наверное, цвете. Вот там мне понравился костюм, а вот это, наверное, в другом. Вот, ну понятно, что? Другой цвет. Сейчас мы будем другой цвет тогда сейчас. Так, теперь футболку. А, или нет, вот это. Все отлично. Так, что там у нас? Ну как? Нет, мне нравится вот это. А цвет? Персиковый. Цвет тоже. Лосося? Персиковый лосось. Ладно, это было немного. Длинноват, да? Длинноват, Катя, как думаешь? Ну, прям конкретно. Ну, не угадать в плане, ну... Ну, длину резать, да, если... Прямо сейчас ножницы доставай и... Так, мы померить просто. Мы померим, чик-чик и все. А как вот это? Нет, в целом... Прошло уже 4 часа 41 минута, как нас не отпускают торгового центра. И мы находимся в заточении вещей. Мы не можем... взять такое огромное количество пакетов, они везде. Они заставили меня сесть на пол и охранять эти пакеты. 4 часа 41 минута. Мы пока живы. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite. Сюда и туда. Так, ну что? Ну что? Чем мы? Вот это все мы выбрали, да? Сейчас будем мерить. Выбрали, платье, все на вес, все такое яркое, все прекрасно. И там еще вторая часть, день рождения, потому что платье на выход. Чем всегда прекрасно, вот они, ты заходишь, у них вот эти базовые футболочки, специально у тебя висят и ждут вас с гардеробной, чтобы вы могли, пододел, померил, и обувь тоже всегда есть. Короче, круто. Все смотреть и могли. Все круто. Так. Кстати, сюда тоже, мне кажется, хорошо, как будто считает стилист. Да, потому что стилист тоже сам. Стилист тоже в этом украшении. Вот, Гай, все хорошо. Не совсем нативная, но рекламка. Ну как же, надо жить как-то блогер. Прощайтесь с рекламной интеграцией именно здесь. Нет, как ты думаешь, вот такую юбку взять? Вот, ну, она мне прям вот размер в размер. Талия тонкая XS. Все нормально, даже пресс, даже вот так можно накидывать. Ну, условно, какие-то акценты делать. Либо ты просто это используешь как же не размер вот этой юбки. Ну, значит, будем искать... Юбка не алло, да? Нет, она алло, но просто в линии пожрёшь. Юбка алло. Она уже постарилась. А ты уже поела всё. Гироса уже хватит. Ну, а вот вообще такой стилёчек. Нет, такой стилёк мне очень нравится. Он прям... Вот эта штука мне нравится, во-первых, она прям суперская. Класс. Видишь, как на контрасте вот мы с тобой тоже. И да? Мне нравится эта юбка. Я бы, если была побольше размера, прям... А на сайте давай посмотрим, просто потом можно пикнуть этот штрих. А юбки точно нет больше? Нет. Девушка, а точно нету юбки больше, вы сказали? Нет. Все, видишь, нет, на сайте, если только посмотрел. Ушла. Я, ты знаешь, ничего не жрать 2 дня. Как я с джинсами, про которые сегодня им рассказывала, да. До сих пор в них только стою. Не в этих, в этих я могу сидеть и лежать. Нет, это Утерк, испанский бренд, который уже все ушел. Ты это куда уносишь? Нет, домой забираю. Вешалки куда? Тоже. Куда? Тоже? Все домой. Хозяйка домой все несет. У меня однажды так было моментик, мне ребенок вытащил вешалку. Запикала?
Нет? Я дома нашла, утащи? В коляске. Он был в коляске у меня со мной. И там же в детской коляске такой понтончик есть. И он играл, скинул туда. Понятно. Ну, вот теперь дома удобно вешал у меня. Кстати, эти хорошие вешалки, да? Очень классные вешалки, но больше мне нравится именно вешалка для брюк, для юбки, супер качество. Мне кажется, Олденит, вы должны их уже продавать. По-любому. Я бы купила. По-любому. Не, это а крутые вешалки. А еще классные диффузоры для дома в таких мешочках, собранные такие запахи. Рублей 700 тоже обязательно возьмите, повесьте в гардеробную, либо там в ванную комнату. Чтобы, типа, очень кайфовать. Хочется, да. Понятно, супер. Приятного аромата. Супер. Все. Относи. Кроме вешал. Так, это другой коралл. Другой коралл, так. Совсем, я бы сказала, коралл, он более такой рыжий. Какой-то рыжий-красный идет. И, ну, и другой фасон. Но под него кеды, да? Понятно, что это туфли для примерки. Под него кеды, да? Можно кроссовки кеды, босоножки эспадрильи. А в холодное время года можно пот надеть водолазку, грубые ботинки, какие-нибудь гольфы. Ботфорты, ну, в общем, там... Но это не лето. Ну, в смысле, точнее, это и лето, и не лето это тоже. Это вообще универсальный вариант, да. Все одно такое платье закрывает очень-очень Вот, кстати, кеды, которые ты тогда посоветовала их купить. А вы смотрите еще, как у нее носки-то цветовые тоже истории совпали так еще. Да, кстати, вот это подчеркивает сразу, да, такой стилечек. А это же ты кеды-то эти советовала купить? Мы. Вместе обсуждали, покупали. Кстати, вот эти вот мне очень нравятся. Прям комфортно. Хорошо. Можно и присесть, и прилечь, и можно поесть. Все, что, берем тогда? Ну, главное поесть. Ну, вот сейчас мы посоветуемся. Сейчас мы все а померим. Это вот я и спрашиваю. Мы все померим и сделаем финальное. И не возьмем, как в том магазине. Поверим, и не возьмем. Нет, мы там отложили. Ладно. Every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when... Восточная, да, сейчас же пошла эта индийская тематика в тренде. И в стиле кимоно. Мне кажется, это вообще не рубашка, а платье. Да, какое-то платье. Получается, что оно такое. Но это то, кто хочет сложности в образе, это получается сразу играет на контрасте такое. И платье, и с брюками, как костюм. Угу. Ну, мне, вот цвет этот мне, если честно, я даже не могу сказать. Что за ремни? Обычные ремни кожаные. Ну пойдем смотреть. Ты же не знаешь, где они. Я вижу, что среди потом это не знаю. Девушка, где у вас ремни? У вас нет. Если ваш магазин. Или вы имеете в виду... Конкретно ваш магазин, что у вас на бренде есть. Все. У них нет. Я же помню, на сайте с приложения смотрел. Ну на сайте есть. Приложение, кстати, у Олденит. Ну можно будет заказать. Скачайте, да. Вы приложение скачаете. И, блин, ремни, бренд. Но ремней российский, нет. Российский бренд. Да, серьезно? Да. Ремней нет. Ремней нет. Ваня, снимай. У меня нет. Так, а вот у нас другой образ. Это что у нас такое тут? Это платье-рубашка. Платье-рубашка. Удобно тем, что, как я и говорила ранее, Лене, что можно выносить как легкое пальто, например, летом. Расстегиваешь его полностью, одеваешь, банально, сейчас говорю, очень быстро, джинсы, футболку и накинул сверху. Все. Вот образ готов. Главное, чтобы пуговицы все расстегивались. Ну и если, опять же, вам нужно быстро расстегивать пуговицы, тоже. А, тут еще вот так вот мы можем с руками. С брюками, да? С джинсами, да? С брюками, да. С джинсами. С брюками. Совсем. Лонгслив можно носить совсем. Универсальная покупка, которая... Вот. В общем, универсальная покупка, которая подойдет ко всему, почти всем. Так. Ну, в зависимости, естественно, от каких-то ваших параметров, потому что кому-то нельзя горизонтальную, например, полоску. А кому-то можно, как Лене можно. Талия и вперед. А, все хорошо. Лонгслив – это что? Ну, лонгслив – это с длинным рукавом. А, все, я понял. Легкая, без крыловины. Кофта. Кофта. Короче, по-русски, ну хватит, тоже покупай какие-то непонятные слова. Навешиваешь мне тут какие-то лонгсливы, так все.
Продолжаем, короче, бродить. Ну, как бродить, в смысле, выбирать. Я уже с горячего кофе перешел на холодный, потому что горячий мне уже не помогает. Мне теперь только холодный. Все примерили, а сейчас ничего, конечно, не купили пока что, но игры снова есть, пить, ну, пока очень много. Зачем мы пришли торговать? Снова есть пришли. Снова есть, да. Вот так вот. Ну, мы просто набрали, все, остальное ничего не купили, просто оставили в магазин. Мы отложили две вещи, так скажем, да, в двух разных магазинах. Что хорошо в походе со стилистом, то, что ты не совершаешь хаотичных покупок. Вот понравилось тебе, ты такой, все, возьму и больше ходить никуда не буду. А можно найти аналогичную вещь в более бюджетном варианте, например, да? Можно найти в других цветовых решениях. И когда ты понимаешь, что на тебе хорошо сидит, а что нет, ты там отложил, сравнил в голове, и у тебя структура. Вот мне, как рациональному человеку, очень удобно. Вот, это Лена, это идет Катя. На выход. Лена идет на выход при этом. Да, да, да. И выходим, да. Все, пока, все, спасибо. Типа, это новое прозвище Кати. Это не чувиха, которая все выкидывает, а это Катя, no эмоции. Вот. Все. Это приняли прозвище такое. Все, Катя без эмоций. Понял, принял. С вами Катя без эмоций, и мы ничего не покупаем. Ничего не покупаем, все выкидываем. Просто. Ничего пока не взяли, но много отложили. Вот, много отложили, решили выйти на передышку, потому что, ну, это не просто, на самом деле, так, менять образ и выходить из образа, и, ну, вообще, типа, короче, это все не просто. Это со стороны может казаться простым, что пришли, там, Катя пришла, выкинула вещи, да, типа, либо мы там потом пришли и начали подбирать. На самом деле, это, там, месяц работы, подбор образа, подбор, там, под стиль, подбор, там, вот этих вот всяких цветовых штук, и только после этого уже, как бы, идет финалочка, ходить и подбирать. Это, короче, со стороны может казаться, что все просто, но на самом деле там быть стилистом — это полноценная работа, где нужен профессионализм, и, собственно, вот Катя этот профессионализм показывает. Вон она там стоит и показывает профессионализм. Вот, здрасте. С чекушкой стоит, показывает. Катя, здесь ремни есть. Мы искали. Давай посмотрим, что там по ремням. Как тебе? Во-первых, вообще по ремням, что там надо, какие брать надо, что? Во-первых, я всегда считаю, что нужно брать золото в серебре, потому что это очень важно смотреть на покупку, потому что должны совпадать иной раз у нас аксессуары, например. Чтобы подходило, да? Ювелирный гардероб должен подходить, и обувь, какие-то у нас акцентные истории с цветовой палитрой ремня. И очень люблю плетеные всякие вязаные варианты. Но тут их нет, да? То есть три варианта. Нужно какие-то брать. Но один, например, черный. Один идет у нас акцентный плетеный за счет фактуры. И один можем взять яркий. Вот три ремня, и уже все собрано. А еще для собак тут есть Беверли Хиллз. Смотрите-ка. Короче, если мы купим, пойдем домой. Да. А мне понравилось. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Так, я потерялся. Сейчас мы попробуем найти Катю. Суджес, они где-то там. Где-то там. А нет, не там. Где они? Я не знаю где. Короче, я конкретно потерялся. Сейчас мы попробуем. По-моему, они вот здесь. Да, точно. Они, наверное, где-то здесь. В каком-то там зале. А где? Непонятно. Ну как тебе вот это? Как тебе такая штука? Класс? Девушки, которые романтический вектор стиля, это просто вот то самое. И он ассоциативно, да, такой прям очень приятный. Смотришь. Хорошее качество, да? Тактильно. Да вообще в целом, и тактильно, и визуально, так сразу захотелось куда-то.
на речку, лес, это такое все атмосферное, это такой весь пикник, да, пикник, такой, знаешь, типа, яйца вареные, такое все очень. Но мы это не берем, пойдем дальше. Да, мы просто все, идем дальше. Это просто ты их нахвалил, идем дальше не брать. Ну, раз сравнивать, о, кстати, ну а что, как? Нет? Лангслип или это футболка? Просто футболка. Ну, кстати, такие футболки очень... Да, футболка неплохая по качеству, но она прям шита очень. Нормально такая футболочка? Вот такая, квадрат. Да. Просто квадрат. Здрасте, пришла к тому. Квадрат. Здрасте. Квадрат не берем. А вообще не надо квадрата брать, да? Ну, зачем ты себя вот так вот? Ну, понятно. Еще прочих адресантов. Катя, еще знаешь что? На этот квадрат вон ту штуку за 399. Да. Или вон, смотри, с этой, с морской звездой. Кать, привет. Еще раз. Что? Ты здесь тоже? Добрый день, давай-ка свое видение о бижутерии за 399. От. А, ну, лучше брать тогда, чтобы избежать каких-то... Вообще лучше брать хим. Это понятно. Вот. А что-то если такое все-таки... менее вызывающее. Пускай это будет какая-то такая незаметная штука, аккуратненькая история. Угу. Ежели мы возьмем какую-нибудь массивную, я не знаю даже, вот эту, ну что это, ну это же прям видно. Ну вот согласись, то, что это сотрется потом, как это бы, да? Это сотрется, это скажи, смотрится что дешево. Это очень дешево. Это смотрится дешево, это смотрится... Это не хим. Это Алиэкспресс, да. Это Алиэкспресс. Кстати, там... Короче, пойдемте. Ценник. Пойдемте. Где? Что? Нормально? Чё? Нет, говори. Мы про бельё. Так я... А, да, да, мы про бельё. Во-первых, такое платье без белья. А если мы берем бельё, пускай это будут какие-нибудь цветовые палитры, варианты, либо белые, либо какой-то такой синий, с тонкими, да? Или знаете чё? Или что? Или знаете чё? Или от обратного. Плохая работа, где не разрешают ходить без белья. Плохая работа, где не тот офис, куда можно без белья. На работу тоже можно. Почему нет? Сверху жакет, если видишь, тебе нужно в офис. Если тебе нужно белье. Я бы вообще без белья была. Нет, я бы тоже без белья, на самом деле. Просто порой бывает, знаешь, когда приходишь без белья, мне на прошлой работе разворачиваешь. Помните, мы в прошлом выпуске, Кать, пока возьми, я говорю, типа, как ты тогда сделала вот с этой же штукой? Мы почти вот так же. Да, да, да. Идем дальше. Выкинули юбку. Да, выкинули горох и выкинули юбку. Ну что, понеслась? Я нашел, я уже испугался. Я уже испугался, что я потерялся. Так, опять здесь третесь. Что взяли? Пока ничего. Все так. И оставляем все. Все оставляем. Все. Пришли просто полезть, попить, погулять, понаслаждаться. И все. Позитивно. Позитивно. Так, ну что, мы добрались до обуви. Отсюда наличные вот эти всякие модели, они мне кажется лучше не сливать. Это как лоферы или как они? Это лоферы. Девушка, здесь были коричневые такие лоферы. А где? Померить как модель. 37,5. Я помню, что они здесь были. Да-да. Либо 37, либо 38. 38. Видишь, какая модель? Ну, давайте это. В темном цвете по-другому смотрится, иной раз выигрышнее, чем светлое. Светлое там даже дешевле смотрится. Ну да. Все. Оп. Оп. Ой, подожди, вот он. Кать, вот прям ты молодец, у тебя вот эта рациональность очень крутая. Везде по магазинам ходим, не берем. Не берем. А как? Откладываем. Откладываем. А потом. Все. Слушай, ну они, как сказать, что-то они мне немного дают. И мне кажется, они немножко, смотри, ногу подвигал, у тебя сразу такое вот все заминается. Слышишь, все, гармошка. Да, я нет, сверху. Не твоя история. Придавила. Давай тогда. Что про обувь расскажешь, Кать? Как, что вообще? Запрос у Лены был достаточно универсальный, чтобы в этой обуви можно было легко проходить весь день, активно передвигаться по городу, при этом, чтобы это было стильно и подходило под любой твой образ. Например, может, вечером ты идешь на какое-то мероприятие, и это будет платье, а днем это какой-то смарт-кэшн. Поэтому мы выбираем что-то универсальное. Большие. Давай черные. Черно-белый, да? Меряем. Черно-белый. Нет, меряем черный. Меряем черный. Но белый мы просто покрутили. Да, просто покрутили. Кадр красивый, а? Все, класс.
Так, ты сейчас быстро, я глаза вижу. У тебя везде бонусы есть, везде уже Екатерина знает. Это Екатерина, которая подбирает людям, но они не покупают. Это покупают, кстати, все нормально. Если мы, видишь, покупаем. Наконец-то хоть одно, да, у меня там уже плюс 150 видеороликов, а ни в одном ничего не купили. Все, класс. Ладно, теперь идем покупать. Мы посетили 3 места или 4 уже. И... Мне нравится биометрия. Да хватит про это берёшь. Она просто бельё хочет. Мы посетили уже 3 места или 4, и всё-таки берем это одно платьишко. Да. Уже маленькая вот. На победу. Блин, а как мы тебя назвали? Вот другое мы тебе придумали прозвище. Я уже утеряюсь. Катя, которая... Вот, слово такое еще мы придумали тебе. Ну, не рациональность, а то, что типа... Какое? Ну, помнишь, типа то, что мы... Не... Ну, блин... Рациональность. Как вот, короче, мы не берем все сразу, а думаем, типа, так по-другому. Ну, мы тебе придумали. Ну, потом посмотришь и подпишешь. Блин, ну надо же сейчас. Это Катя, которая... Это Катя, которая врет из 60-го. И все выкинет. Ладно, сейчас мы подумаем, ребят. Мы Кате придумали какую-то... Вообще, надо уже белье в список затесалось, хотя мы не планировали. Да? Да. Ладно. When you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Иди, иди ко мне, шагами стреми. Так, что, как там все? Что? Ну ты вроде уже поела и... Все нормально, поели, поели. Можно попроседать уже, зафиксировать и брать. Нормально такие штанцы, как типа на лето и вообще? Да, это абсолютная классика. У меня есть брючки, которые универсально подойдут и к спортивному, и к фэшл какому-то. Короче, а хорошо, да? Просто можно с жакетом, с босоножками, с лодочками в офис. То есть окей. Это супер универсальный подход. Я за белый подсвет. Так, ну что, мы, короче, купили обувь, купили еще, вернулись сюда обратно. Что-то мы здесь откладывали, по-моему. Что мы здесь откладывали? Мы откладывали здесь костюм в любом стиле и лонгслип. Так что сейчас забираем. И их забираем, да? Все-таки наконец. Не только откладываем, но и забираем. А ты показал, да? Да, вот. Да, мы показали. Все, пойдем за ними. Это то место, где нет ремешков? У них на сайте есть. Ну вот, блин. Мы вернулись за гривом костюмом и, соответственно, уже собираем другие образы, которые помогут нам разнообразить эту двойку в комбинацию. Отлично. Отлично. Расскажи про эти мешочки. Что они получают? Для чего они нужны? Это такие штуки для гардеробной, как диффузор. Для запаха? Для запаха. Прям много-много берешь, вешаешь, кладешь, например, где-то. Слушай, а прикольный здесь запах. Интересный такой, да, вот. Прикольный. А сколько они стоят здесь у них? А сколько у вас? Сейчас. Сколько? 790. Вот, я говорил тебе правильно, видишь, что 700 рублей. Я вообще в восторге. Уже год прошел, у меня запах не потерялся. Я прям в восторге. Че, типа, думаешь, я, надо взять, да? У меня типа гардеробный такой? И ванной комнате. Думаешь, надо взять такой в гардеробную? Да. Сейчас Джесс придет, если запах понравится, то мы тоже в свою гардеробную возьмем. Универсально. Они там внутри в таких этих штучках. Ой, ну все, слушай, ты продала их? Нет, лучше, не чем продала. Вы, где бейджик? Вы не продавец консультант? Нет, здесь? Там распаковываешь из пакетика, и их можно еще схитрить по-разному. Мешочком. Ну ты расскажешь, лайфхаков много у тебя. Просто это правда хорошая вещь. Обязательно можно заболеть. Провожаем нашу Екатерину. Поход у нас длился 4 часа. 4 часа. И плюс поесть. Вот. 4 полезных часа. Сколько вообще, по идее, штук 5 образов или лунков, или как правильно, собрали сегодня? Или как ну, там, ты минимум или... ты назвал, да? Гораздо больше. Да? Да? Вот, ну, короче, вот так. Один в час. По сбору. Не, на самом деле больше. Плюс же там то, что ты не выкинула, можно то, компоновать. Что не выкинула, то есть то, что можно собирали из этого, там вот. 5-6 образов минимум. Нормально. Хватит нам месячишку другую. Хватит нам месячишку. Больше. Ну что,
что, мы наконец-то закончили сегодня первую часть нашего шоу-бинга. Как вы помните, я выкинула у Лены почти все, но сегодня у нас появилась и наконец-то обувь, и сандалии, и лоферы, и бельевой костюм шелка, ланслив, льняные брюки на лето, которые никогда не потеряют своей актуальности, платье в морском стиле. Mm-hmm. Так что мы полностью подготовлены уже к началу третьего сезона. Класс! Давайте. 7, 5. Вот так. Оп, оп. А как? Еще.